Сотрудники полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу совместно с общественным советом при УМВД провели во дворах на улицах города профилактическую акцию «Безопасный дом-квартира», направленную на предотвращение преступлений против собственности граждан. Жителям разъяснили, что нельзя оставлять открытыми окна и форточки, особенно на первых этажах домов, а также хранить ценные вещи в незапирающихся коридорах и верандах. Обо всех подозрительных лицах и бесхозных вещах необходимо сообщать в полицию.